Вот эта алтарная часть, вот это мы сейчас будем с вами не пользу главного предела. Вот главный предел. Вот. Алтарная часть. Вот здесь похоронен настоятель бывший протоиерей Николай. Вот. Вот здесь похоронен около алтаря. Вот, Царство Небесное. Дальше вот идем. Вот задняя часть Никольского предела, да, главного предела, было изначально сделано тоже так же, как впереди. И вот когда прикраивали предел Сергия Радонежского предела, видите, немножко колонны ушли туда, вовнутрь. И немножко архитектура нарушилась. Но это были сделаны 200 лет назад, понимаете. Здесь был подвал, он и есть подвал, только мы его сейчас восстанавливаем. Там были печи, отапливались, пол отапливался. Снизу топили, и по ходам теплый воздух шел и отапливался. Вот. Ну, мы сейчас как бы восстанавливаем, делаем здесь вход нормальный. Ну, конечно, там ничего у нас не будет, там никакие отопления не будет. Отопление будет современное уже. Вот. Ну, вот здесь штукатурка нужна, вот снаружи оштукатурим. Часть крыши уже сделана, часть крыши вот именно Сергию предели, где мы его что-то оштукатурили. А все остальное вот в таком состоянии, конечно, очень плачевном состоянии, там работы много. Штукатурка уже где-то примерно за 3 недели. Вот. И закончили вот эту штукатурку, после этого мы будем делать, шпаклевать будем в чистовую, называется финишная шпаклевка, и уже покраска пойдет. Дальше мы будем закладывать теплые полы и плиткой укладывать полы. А вот там главный предел Никольский, вот здесь. Вот, смотрите, здесь, конечно, состояние плачевное, потому что крышу надо нам делать. И вот тут мы хотим начинать вот часть штукатурить, мы уже начнем штукатурить. А фрески, которые вы говорили, вот здесь уже были фрески, они уже утрачены полностью, не видны даже. И видите, какая штукатурка, здесь, мне кажется, ничего не получится. Вот здесь тоже фрески на этой колонне. Но сложно сказать, что что-то можно сохранить. Это уже как бы, там штукатурка уже плохая. Вот здесь вообще уже нет фресок, не видно. Вот на этих колоннах фрески видны, видны фрески. Единственное, что можно определить и зафиксировать, и потом уже заново написать их, после того, как было сделано. Конечно, в этом пределе вот окон новых нету. Старые окна такие, времянки какие-то. Вот. Остались фрески Анны Кашинской и Михаила Тверского. Вот такие. Ну, вот эти, может, фрески, конечно, стоит оставить, специалистами надо поговорить. Ну, там уж как получится, что нам скажут. Ну, по крайней мере, здесь более-менее. Здесь вот тоже, как бы, что-то дырки делали, тут, наверное, второй этаж был. Вот тут, конечно, фрески остались. Ну, вот здесь еще получше, там, может быть, и удастся восстановить. Посмотрим, какая штукатура, как скажут эти специалисты. Единственное, что вот здесь, а в других местах придется, наверное, заново писать. Ну, тут отец Николай раньше, бывало, на празднике Николай Чудаковский служил, но я в этом году здесь не служил. Почему? Потому что штукатурка сверху падала, и я не стал рисковать людьми, потому что мало ли что. Люди стоят, сверху штукатурка падает, вот даже здесь видно, что вот упала еще штукатурка.